Рождественской ночью в городе ярком спят сладко дети под одеялком. Но этот рассказ не о Санте, оленях и прочей брехне. Он о трех мужиках, братанах, друзьях лучших в стране. Погнали! Господа, ровно 14 лет назад я лишился родителей, и с тех самых пор вы, мужики, каждое Рождество проводите со мной. Самый мелкий в мире член. Как ты узнал? Сегодня мы решили покончить с этой традицией. Крис весь из себя звезда и не может с нами тусить, а Айзек скоро станет отцом. Это тебе. Комбезик Вутанг? Да! Я посылаю всех нахуй! Я зародыш и посылаю всех нахуй! Ладно, ладно, мы уже поняли. От авторов «Апокалипсиса» по-голливудски, «Соседи на тропе войны» и почти состоявшегося интервью. Всю мою беременность ты был моей скалой. Ты мой Дуэйн Джонсон. Спасибо. Сегодня просто отдыхай. Обосраться! Грибочки? А это кокс? Я кокс лет 11 не пробовал. Как и весь мир. Дайте два. Ага. У меня для вас подарок. Мы идем на лучшую рождественскую тусовку в Нью-Йорке. У нас есть несколько часов, чтобы охватить максимум традиций. За конец эпохи. Мне кажется, кокс и грибы сочетание... Так себе. До тусовки прочухаешься? Уже прочухался. Ты в курсе, что у тебя только один глаз работает? И что, я совсем чмо? Да, полное чмо. Все равно чмо. Еще чмошнее. На новогодние праздники. Народ, вы пропустили Майли Сайрус. Роскошно спела Wrecking Ball. До сих пор эту песню любишь? Ее все любят. Под нее и плакать, и бегать можно, и отрываться. Как я. Три друга детства. Становится тремя волхвами. Скажу честно, я жутко боюсь стать отцом. Я должен быть скалой. Какая из меня скала? Сильно тебя штырит. Аллилуйя! Тут так не делают. Нет. Ой, а это кто? Где? Тот на кресте. Иисус! Это из-за него нас не любят? Да. А тут знают, что я еврей. Да. Откуда? Ебучий свитер. Даже не смей блевать. Глотай давай, как баба. Где пакетик? Нет здесь пакетиков. До сих пор блюет? До сих пор, да. Мы Иисуса не убивали! Мы ни при чем! Рождество! Скажу тебе честно, ночка сегодня удалась. До сих пор плющет. Ой, и собачки есть. Привет, дружочек! Смотрите в ноябре.